Ну вот, видите, мы собираемся, собираем подписи. И что это за подписи? Какие бы они ни были, а все равно они все за поддержку нашего президента Путина Владимира Владимировича. Почему? Да потому что вот такие, как, например, представитель Америки Макфол, ну чем он занимается? Его же прислали для того, чтобы дружба у нас была между государствами, между людьми. А он чем занимается? Подрывной деятельностью. Вот поэтому мы и вышли, чтобы поддержать нашего президента Путина, чтобы у нас мирно было, дружно было, чтобы мы хорошо жили. Вот для чего мы здесь собираемся.